Вас вітає служба інформації телерадо компанії «Гомель», у студії Маргарита Шибукова. Доброї раніці. Питання соціально-економічного розвитку регіону і наповнення бюджету будуть розглянуті на сьогоднішньому посіджені Гомельського облвиконкама. Серед показників, які виконані, будівництво жилля, притягнення заміжних інвестицій, енергозбереження. Серед самых проблемных показчиков – экспорт коммунальными предприятиями товаров. У целом по области этот показчик выполнен усяго на 70%. Практично на 7% меньше запланованного отримано сельскохозяйственной продукции. Негативный уплыв на деятельность шерогу субъектов господарения оказывает наявность протерминованной дебиторской запозыченности. У связи с ШИМ, комитетом и управлением рекомендовано больше активно передавать отповедные материалы в судовые органы. Апроша того, у проекте решения пропонуется сделать детальный анализ причин стратности предприемства, которые на протягу всего года имеют отмовный финансовый выник. У Гомеле подведены первые выники деятельности региональной партнерской сетки, у склад якой выходят каля 15 громадских организаций. Эта структура існує в регионе с красовика 2015 года. Яе девиз – социальные некоммерцийные организации Гомельщины на шляху до устойливого развития. Региональная партнерская сетка створена для совместного вырашения социальных проблем разных групп населения, которые имеют потребу у допомозе, а так само активизации взаимодействия с другими организациями и органами державной улады. Сегодня сярод удельников партнерской сетки такие организации, как областный совет жанчин и Гомельское городское товариство «Дети войны», Белорусская ассоциация молодых христианских жанчин и Белорусская организация працующих жанчин. Активный удел у громадским жителей региона принимают так само Гомельское городское молодежное доброшинное товариство «Больничные клоуны», Ассоциация допомоги детям-инвалидам, региональное отделение «Червоного крыжа». По словам удельников проекта, самое складанное у совместной работе – максимально полно раскрыть потенциал каждой организации. Когда мы планировали различные семинары, мы учитывали интересы каждой организации, чтобы каждая организация получила ту информацию, те навыки и знания, которые необходимы в ее работе. Затем мы, повышали значимость каждой организации путем использования ее опыта в других проектах, ее наработок, технологий. 3D-технологии з'явилися у Гомельской областной универсальной библиотеке имя Ленина. Сучасное обсталявание установе передала у подарунок делегация посольства США. С его з'явлением спис послуг библиотеки пополнится на несколько пунктов. Об новых махшимостях доведались наши корреспонденты. 3D-ручки и принтер – профессийные наборы для выучения робототехники и программирования. Усё гэта теперь у распоряджэнні читачу Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина. С подарунками яе наведала делегация посольства США. Мы видим и в наших библиотеках такие устройства. То есть это 3D-принтер и другие устройства, интернет везде. Но журналы есть, потому что это не всем доступно. Библиотеки имеют хорошее собрание. Как здесь иностранная литература, это очень трудно достать в книжных магазинах, но в библиотеках есть. И специалисты, которые могут помочь всем читателям. Супрацовництво библиотеки с посольством США началось в 2001 году. Тогда замежные сябры передали великую коллекцию книг на русской и английской мовах. За 14 годов фонд замежной литературы пополнился друкованными выданиями, аудиовизуальными материалами и электронными документами по разных галинах ведов. С поступлением нового обсталявания тут смогут оказывать не только информационные послуги. Яно станет основой для створения творчей лаборатории, где можно будет увособлять смелые идеи. Конструировать электронную технику и друковать трехмерные объекты. Это привлечет и новых читателей. То есть мы сможем удержать и старых читателей, которые уже не один год пользуются нашими услугами, пользуются нашими ресурсами. Вот я думаю, что они найдут тоже много для себя интересного, полезного, именно вот благодаря новому дару, который мы получаем сегодня от посольства США. Поколь эта библиотека одиная у в области, якая мае такие махчимости. Першими удельниками творчей лаборатории станут навученцы школы номер 5 города Гомеля, якія мають особливости психофизичного развития. Им подобные занятки могут и тут на допомогчи у обновлении здоровья. Плануется, что творчая лаборатория станет пляцовкой для реализации индивидуальных и библиотечных проектов. Ганна Ковалева, Олеся Рудянкова, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».
У Гомелі працягується заключний етап 10-ї юбілейної олімпіади школьників Союзної держави Росії і Білорусь «Історична і духовна супольність». Програма для команд-удільниць олімпіади насичена на культурні події і екскурсії. Між тим, активна ідея роботи у рамках обов'язкових турів. Больш як 200 школьників з 23 регіонів Російської Федерації і з усіх областей Білорусі кожен день спробують свої сили під час виконання олімпіадних заданнів. Обов'язкові тури олімпіади проходять на базі середньої школи номер 72. На некоторий час коридори і класи навчальної установи стали епіцентром інтелектуального споборництва. Тут кожен день удільників чекає особне задання – написання сочинення, комплексна робота по русской мові і літературі. Напереді конкурс по выразному читанию и риторичном мастерстве. Я надеюсь, что в таком темпе, в таком ритме пройдут все остальные дни Олимпиады. Я надеюсь, хорошо написать сочинение, справиться с работой. Я выбрала конкурс выразительного чтения. Я рассказываю финал повести белорусского писателя Василия Быкова «Альпийская баллада». Меня очень затронула именно эта концовка. Свои силы. Я, конечно, надеюсь рассчитывать на них по максимуму, но знаю, уже познакомившись со многими людьми, я понимаю, насколько здесь сильные ребята. У п'ятницю, 30 кастрычника, члены жюри подведут первые выники. У суботу на урочистом закрытии Олимпиады станут известны имена переможцев. У першиню у Гомель приїхали легендарні індійські слони – вихованці дресіровщиків циркової династії Єртнєрів. З програмою «Магія цудов» яни пробудуть у городі над Сожем до 29 листопада. У проєкті приймають уділ заслужені артисти різних країн і переможці сусвітних фестивалів циркового мистецтва. Яни продемонструють унікальні номери. Напередодні прем'єри у Гомелі з артистами зустрілася Ганна Ковальова. Незвичайних гостей зустріли супрацовники гомельського цирка. Каштовний груз, який важить 12 тонн, прибув з Гродна. Зустріча слонів з гомельської публіки відбудеться уже у цю суботу. В умовній працівній книжці цих слонів у середньому каля 50 років циркового стажу. Своїми навиками вони обов'язані династії Гіртнерів. Брати Крістіян і Алекс – дресіровщики у п'ятому поколінні. Під їх керівництвом четвероногі артисти представить некілька трюків, у тому числі з небезпечними елементами. Дуже цікавий трюк, який у нас є, який брат лежить на землю, и слон будет лежать наверху от него. Значит, полные 4 тонны от слона весь будет лежать, и осторожно будет себя лежать, что не трогать вообще его. Это самый сложный трюк, который у нас есть. У перший раз Крістіян вийшов на манежу 7 місяців. Докладніше, його виніс слон, обхопивши хоботом. Про шмат годов гэты ж трюк ён повторив уже со своєю дочкой. Гэтых слонов бачила публіка Франції, Іспанії, Китаї, шэрагу інших країн. Каб доставить їх з місця на місце, використовують спеціально обсталяваные фури. У раціоні живёл гародніна, сена і білий хлеб. Але самая любимая страва – гэта цукар. У день яны могуть з'ядаць до кілограма. Їх жа калігі по программе – крокодилы Вова, Мотя і Гена – отдаюць перавагу живой ежи. Таму для безпеки глядачоў яны выйдуць на манеж у намысніках. На мне надета Люся, тигровый питон. Это моя любимица. Она одна из первых со мной работает. Она работает со мной с 2003 года. Значит, вы видите, она как раз очень хорошего характера. Сразу хочу сказать, что, чтобы люди понимали, нет, не бывает животных не агрессивных. То есть вот такая вот змея в состоянии заглотить среднего размера курицу. У довжиню Люся досягает 2,5 метров. Іншими словами, 38 попугаев. А кроме выступления с тигровым питоном, Марина Новоселова представить номары с бордоскими догами. На сегодня это один и приклад у свете циркового представления со зграей аховных собак. А кроме этого, гомельский глядач убачить дрессированных голубов, клоунский дуэт унуки лейтенанта Шмидта и лазерное шоу. После Гомеля это уж программу будут сустракать у Казахстане. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». І на гэтым пакуль усё. За развіццём падзей сачыце па нашых выпусках. А я з вамі развітваюся. Да пабачэння.